Если вам немного за 35, то следующий сюжет напомнит вам о ярких моментах вашей жизни. Дело в том, что ровно 25 лет назад многие жители нашего города побывали на крутом кинофестивале «Славутич-96». В 1996 года в нашем городе прошел первый международный кинофестиваль зрительского жюри, приуроченный к столетию возникновения кино. Победителей, в котором выбирали не томные кинокритикессы и утомленные кинозвезды, и насыщенные своим величием кинорежиссеры, а славутчане, пришедшие в киноконцертный комплекс и сами выставлявшие оценки только что увиденному фильму. А посмотреть за три дня было на что. 17 фильмов, практически новых, из Украины, России и Беларуси. Мне кажется, что все-таки этот праздник получился, и все остались довольны, потому что зрители Славутича увидели новые кинокартины. Витание участникам кинофестиваля прислал даже президент Украины. А билеты в киноконцертном комплексе были своеобразными карточками для голосования, в которых по пятибалльной системе зрители ставили оценки сразу после просмотра фильма. Кстати, победителем тогда по оценке славутчан стал фильм «Волчья кровь», набрав максимальную оценку 4,9628 десятитысячных. А это был фильм с участием Евгения Сидихина. Вот до чего довела нужда человека при этом самодержавии. Да я за революцию, я любому горло перегрызу. Практически каждые 3-4 часа проходили встречи со звездами советского кино. Нашей телекомпании удалось индивидуально побеседовать с некоторыми из них. В субботу в вечернем эфире вы увидите встречу с Леонидом Куравлевым. Я себя поймал сегодня буквально на простой мысли, что я здесь немножко отдохнул уже. Душой вот здесь отдохнул. А в воскресенье в утреннем эфире мы покажем интервью с Игорем Дмитриевым. Я могу только пожелать надольше сохранить этот чистый мир души, взаимоотношений, доброты, передать его детям. Кроме того, в четверг в районе 20:00 вы увидите специальный репортаж об этом кинофестивале, почти как в Каннах. Это очень редкое явление в последнее время, когда на фестивалях присутствуют те, кто хочет попасть, а не кто может попасть. И вот это дыхание зала, которое вдохновляет тебя, и ты начинаешь работать так, как, может быть, на других площадках не получается, это, мне кажется, будет отличать фестиваль в Славутиче от многих других. Вот эта теплая атмосфера любви. К лучшему, боль забудет земля, белый ангел славутич.